Башнефтьполюс отмечает важную веху в истории развития предприятия. На месторождениях имени Трепса и Титова добыта миллионная тонна нефти с начала разработки. Напомним, опытно-промышленная эксплуатация месторождений началась в августе 2013 года из 12 разведочных скважин. В прошлом году компания «Башнефтьполюс» добыла в рамках проекта 291 тысячу тонн нефти. В текущем году планируется добыть до 900 тысяч тонн. В настоящее время «Башнефтьполюс» занимается подготовкой месторождений к промышленной эксплуатации. За 9 месяцев текущего года завершено строительство 11 эксплуатационных скважин. Выполнена расконсервация 6 и капитальный ремонт 7 старых разведочных скважин. Идет обустройство 3 кустовых площадок на месторождении имени Трепса и 2 на месторождении имени Титова. Сегодня «Башнефтьполюс» в полном объеме выполняет лицензионные обязательства по проекту разработки месторождений имени Трепса и Титова.